Всем привет! Вы на канале Мистер Макс Плей! И сегодня мы играем опять, продолжаем. Альфа 1.5, Привет, сосед 2. Думаю, мы провод хотели сделать в прошлый раз. Я думала, это ворона вот эта. Вот эти банановые куски. Так. Ну, вот это... No! Ага! А! Я его вижу! Это в игре? Я думаю, не было таких звуков. Я поищу в этой траве что-то, если тут есть что-то. А, о, домик. Я не могу залезть. Ладно. Вот какая-то штука. О! Статуя вороны? Почему я тут раньше не искал? Это какой-то бог вот этой вороны. Просто тут свечки. Так. Что тут можно делать? Вот что-то. Не могу сюда залезть. Нужна какая-то коробка. Это что такое? О, вот выход где-то. Вот. Так, я вижу какую-то машину. Вот камера. И телевизор. Это какая-то камера? А я ее не видел! Класс. А как? Окей. Вот камера. Я хочу эту камеру куда-то поставить. Так, бежим. Она падает? Подожди, есть несколько? Мне кажется, там где-то ворона. Я слышу трава. Я слышу какой-то звук. Шум. Мне кажется, его нет. Ладно, мне... Мне кажется, он идет меня искать. Я сейчас бегу. Так, я искал коробки. Вот мусор подойдет. Или нет? О, коробка! Еще коробка. Так. Вот это здание, мне кажется. Я залез. Свечки еще. Лестница тут была. Что тут? Чего она не открывается? Это что-то новое. Ай! А что тут какие-то вороны? Зачем? Они что, любят коробки? В прошлый раз возле коробок, сейчас возле коробок. О! Ничего не делается. Тоже, похоже, ничего. Ладно. Опять попробую залезть. Я забыл, что можно вот так залезать. Ай, в этой игре. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Тут ничего не делается. И я забыл про вот это место. Металлолом. Это что значит? Гелвум.
Клево. Ай-яй-яй-яй-яй. Что тут синие коробки? Ладно, ничего не значит. Это что такое? Ладно. Окей, я думаю, тут ничего важного нет. А что вот это? Это с этим ничего нельзя делать, так что не важно. А что же вот тут? А, это уже дом. Я попробую залезть. О! Так легко. Это что, чит я нашел? А, нет. А, я видел. В эту ворону. Да, она там. Это что за все эти красные, значит? Я ничего про эту игру не знаю, кроме тут сосед вороны. О, это что такое? Это надо проверить. Так, тут. Надо кинуть в соседа. Иду кидать в соседа. А! Ноу! Зачем? Сосед! Есть! Я кинул! А, время бежать в мусорку. Он знает! Он что, не умеет открывать мусорки? Или просто он не был уверен? Мне казалось, что он был... Фу, эта игра такая страшная и сложная. Я залезу опять туда. Я не понимаю вообще, что надо сделать. Кроме зайти, наверное, в эту секретную комнату. У-у-у. Это я там бинокль нашел. Я буду прыгать вот сюда. Я оставлю мои вещи сюда. На всякий случай. У-у-у. Класс. Платформа какая-то. И-па-ап. Сноу! Иду обратно. Допрыгни. Вот эта штука и часы. Надеюсь, он меня не видел. Секретное место, там, где можно дойти до этой комнаты. Опять попробую. Надеюсь, он не там. А, вот! Я теперь понимаю. Вороны всегда крутятся там, где я был и оставил вещи. Я понял. Они помогают соседу. Я думаю, вот так надо делать. Или нет. Или я просто читер. Или вот так надо. Окей, я брошу туда камеру. Нет, не туда. Пав, я слышу. Да. Я ставил камеру, теперь буду смотреть, или там есть воронка. Вот.
Он что, стырил мою камеру? Мяу! Пожалуйста, нет. Так он... Он улыбается. Слышу. Оу. Секретная комната. Ладно. Ладно, потерял мою камеру и телевизор. В машине еще что-то нет. Ну, я... О, можно водить, что ли? Ах, было бы хорошо, если можно. Вейрон Крупс. Римор. Миррор. Ну, короче, Рейвен Брукс. Я не знаю, что такое Римор. А, теперь я понимаю, почему ворона. Потому что Рейвен Крупс. Брукс. Я ничего не знаю, что делать. Кроме бесить соседа. Теперь вороны сюда придут. Потому что я тут был. Выходит из дома. Хорошо. Тут ничего нету. Баф-баф-баф-баф. Окей, я бегу. Как это остановить, эту штуку? Надо пройти. Ладно, я бегу. Так. Тут что-то есть. Симинг. Не симинг. Он ключ с ББ. И вот это, надо вот это. Теперь понял. Надо найти какой-то ключ-алон. Есть. Ладно. Я тут буду прятаться. Пока. Хорошо, что тут есть мусорка. Это что? О, есть. Розетка. Он на улице. Бежим. Смотрите на эту ленту. Мне интересно, или он словит ленту, если он придет сюда. О, он берет... Почему он всегда берет мои вещи? Он вот там. Хорошо, отлично. А, баф. Так, у меня крашнула игра. Не знаю, почему вообще крашнула. Я ничего не делал, просто бросил кабель. Так, я вот сюда пошел. И... Нельзя! А это что? О! Какая-то штука. Надо отсюда коробки убрать. Так, о! О, теперь работает. Но только куда кабель подключился? Недалеко надо. Так, я видел где-то еще что-то. Он там. Бежим. Я иду искать кабель. Вот тут, я думаю. Вот тут. Надо выключить. Па-па-па, не могу. Тут так много вещей, но только надо открыть. Я хочу закрыть вот это. Ну, невозможно.
нужно! No! Я брошу, да. То он бегал, бежал туда, а я бегу. Да. Я думал, он побежал туда. Как? Мое сердце выскочило. Надеюсь, он не тут. Если он тут, ничего страшного. Я убегу. Окей. Ничего, тут нету никаких кабелей. Я пойду, что за вагоны посмотрю. Тут невозможно подняться. А, дальше нельзя идти. Наверное, что-то вот тут. Тут такая большая игра. Наверное, тут ничего нет. Наверное, нет. Тут много вещей. Машины. Может, они открываются? Нет. Я поэксплорю вот этот. Пока что. Может быть, найду что-то важное. Пока что ничего не нахожу важного. О, газовая станция. Внутрь я вижу, что нету путя зайти. Значит, наверное, там ничего нет внутри. У-ху-ху-ху. Что-то я нашел. Или нет? Тут так много домов. Я знал, что много, но так много. Что тут? Роллер-костер сломанный. Можно плавать в этой... Он летает, а не плавает. И еще там воздух возле ног. Окей, тут сломанное плавание, я выхожу. Я думал, будет как в прошлой игре вода, но нет. Но это альфа, так что в работе игра. Так, мы нашли кабель и кабельную розетку. Сосед нас словил один раз, и все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и всем пока-пока!